Так. Попробую сегодня сварить для питомцев вот эти вот суповые наборы. Ну, на них как бы так много мяса. Я вот то, что прежде видел, выглядело немножко иначе. Ух ты, водичка набралась. Да, наверное, не в каждом приюте есть такая кастрюлька. Не в каждом приюте кормят питомцев из чистых мисок. И, девчата, ну вот, к чему я говорю это, понимаете? Вы обижаетесь на меня, да, вы там кого-то, куда-то, вы пытаетесь из каждого приюта, из каждого еще не построенного, еще не созданного приюта, вы пытаетесь сделать свалку и сердитесь на меня, да, что я не позволяю вам сделать окончательную свалку из моего. Не обижайтесь, друзья, ну, подруги, девчата, не обижайтесь, потому что приют — это мой дом. Да, вот так. Мне очень хочется делать мусорку из моего дома. Я и так делаю все, что могу, в ущерб всем своим желаниям, здоровью, интересам, бизнесу, семье. Ладно, что там говорить. В общем, вот так, друзья, это видит, выглядит в готовом виде. Бульон я уже слил. Бульончик вот жирный, кстати, бульончик получается. Будем разбавлять его на базу. Вот. Бучу, конечно, приходится надергивать мяско вручную. От косточек он рыгает. Вот. Ну, а остальным как есть. Сейчас посмотрим. Ну, думаю, им понравится. Это капец, друзья. Это будет просто ужасный свинарник. Ну, понятно, бучара, да, там у него кусочки, он скушает аккуратно. Но если даже Хана так делает, я представляю, что сейчас будет. Да, конечно, вот это свинство, оно сразу всех привлекает. Специально я поставил мешок, чтобы у Ханы был упор, чтобы она не пихала миску свою до самого порога. Капец. Так, ладно, сейчас буду кормить Фанту. Второй тюбик за месяц в мирандовские уши. Ей вроде получше. Ну, как бы ей всегда становится лучше, когда ее обрабатываешь хоть чем-нибудь. Ну, в общем, все, кроме Миранды, устроили лютый свинарник просто. Ну, вот, Миранде пофиг, что загладывать. Она чистенько, аккуратненько все с мисочки поела. Вот, сейчас буду кормить ржавиков, а это на базу завтрак.